домашнее задание. Все очень просто. Нужно написать один пост по приему, одному из приемов, которые мы разбирали в ходе этих уроков. А какие приемы мы разбирали? Мы разбирали приемы написания продающих постов, где объект продаж мы сравниваем либо с косвенным конкурентом, с заменителем, либо со средним конкурентом, либо с вытеснителем. Выбирайте любой из приемов и пишите пост. Помните только про объем 1000 знаков, до 1000 знаков. И помните про структуру: крючок, ведро, концовочка. Поехали! Я верю, у вас все получится.